Здравствуйте! Сегодня я приготовлю крокембуш. Заварные. На бумаге для выпечки при помощи шаблона нарисую разметку следующим образом. Размеры шаблона в описании под видео. В кастрюле соединю воду, молоко, соль, сахар, сливочное масло. Поставлю на огонь и доведу до кипения. Убавлю огонь до минимума. Всыплю просеянную муку, хорошо размешаю и подержу на плите, размешивая, пока тесто не соберется в ком, а на дне не образуется мучной налет. Переложу тесто в миску и остужу в течение 10 минут. Яйца комнатной температуры размешаю венчиком. 4 приема добавлю яйца, тщательно размешивая после каждого добавления. Правильное заварное тесто должно иметь глянец и медленно спадать с лопатки треугольником. Переложу тесто в кондитерский мешок. На лист с шаблонами застелю бумагу для выпечки с силиконовым покрытием. Отсажу тесто по разметке. Влажным пальцем уберу хвостики. Разогретую до 180 градусов духовку ставлю противень на средний уровень и выпекаю 25-30 минут до золотистого цвета. Выключу духовку, приоткрою дверцу и оставлю заготовки на 15 минут. Остужу заготовки полностью и на дне каждой сделаю крестообразный надрез. Крем, яйцо, желтки, сахар и ванилин. Разотру до бела. Добавлю крахмал и все перемешаю. Молоко доведу до кипения и добавлю небольшими порциями к яичной смеси, постоянно размешивая. Верну смесь в кастрюлю и на медленном огне проварю, помешивая до загустения. Крем переложу в миску и добавлю сливочное масло комнатной температуры. Полностью остужу, периодически размешивая. Сборка. Из плотной бумаги сверну конус, закреплю скотчем, подровняю острые углы. Внутри проложу бумагой для выпечки с силиконовым слоем. Остывший крем переложу в кондитерский мешок с насадкой. Заполню заготовки крема. Нарубленный белый шоколад в пластиковой емкости поставлю в микроволновку на 10 секунд. Достану, перемешаю, снова поставлю в микроволновку, перемешаю, продолжу, пока большая часть шоколада не растает, а в миске останется несколько нерастопленных кусочков. Хорошо размешаю их до полного растворения. Добавлю растительное масло без вкуса и запаха и хорошо смешаю. На дно конуса установлю заготовку верхушкой вниз. Окуну следующую заготовку в шоколад и прикреплю к предыдущей. Продолжу, пока не уложу все заготовки. Поставлю конструкцию в холодильник минимум на час. Извлеку крокембуш из конуса.
Декор. Нанесу темперированный шоколад на небольшие участки и декорирую измельченными фисташками и кокосовой стружкой. В емкость насыплю кандурин и добавлю обжаренный и очищенный фундук. Накрою крышкой, интенсивно встряхну, пока кандурин не покроет все орехи. Прикреплю при помощи темперированного шоколада. С нюансами приготовления этого десерта вы сможете ознакомиться в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, комментируйте. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».